В юбилейном турнире приняли участие 127 спортсменов из 19 городов России и Белоруссии. Всего был проведен 91 бой за 4 дня. Оценивали поединки профессиональные судьи под руководством главного судьи всероссийской категории Бориса Усольцева. Среди выступающих были как опытные боксеры, кандидаты в мастера спорта, так и совсем маленькие дебютанты. Наш город представляли воспитанники клуба «Ринг» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». 13 наших ребят стали призерами турнира. Десногорский спортсмен Никита Песегов, воспитанник Николая Незамаева, занимается боксом уже 5 лет, представляет наш город на областных и всероссийских турнирах. В этом году он в очередной раз одержал победу и стал лидером в своей весовой категории. Бой у меня был достаточно непростой, но не самый мой сильный. Это соперник из Беларуси, парни. С ним было тяжеловато работать. Этот турнир всегда считается самым лучшим по организации в Смоленской области. Спортсмены принимают участие в нем с большим удовольствием. Я считаю, что я провел свой бой хорошо, потому что мне противник попался очень сильный, высокий. Я не мог даже ударить, подойти к нему. Турнир, можно сказать, очень хороший. Но мне лично все понравилось. Как все про проживание, судьи. И призы тоже, надеюсь, будут хорошими. Все победители и призеры получили грамоты, медали, кубки и подарки от профсоюзного комитета Смоленской атомной электростанции.